Всем привет! Я Тауфик Хидри, также известный как Тафа. Уверен, что многие из вас знают меня как стримера таких дисциплин, как Counter-Strike, World of Tanks и многих других. Тауфик Тафа Хидри – один из самых известных комментаторов в СНГ. Комментирует киберспортивные дисциплины Counter-Strike Global Offensive и World of Tanks. Неоднократно участвовал в крупнейших международных событиях, таких как IEM, World Cyber Games, ESVC и многих других. Активно стримит игры, начиная с 2001 года. Не так давно мы нашей студии StarLadder TV обеспечивали проведение квалификации на чемпионат мира ESVC, финал которого прошел в Париже. Партнером отборочных в СНГ выступил HyperX. И абсолютно логично, что вся наша команда стримила вот в таких гарнитурах Cloud. После турнира этот девайс остался в моем распоряжении, чему я очень даже рад. Удалось и поиграть, оценить звучание с точки зрения игрока и поработать комментатором. Вот об этом подробнее. Очень много людей спокойно делают стрим из дома. Я один из них. Иногда могу поиграть в матчмейкинг в CS, временами для души играю в танки и при этом могу обеспечивать трансляцию. Я давненько занимаюсь комментаторским делом. Приходилось комментировать и в настольный микрофон, который давали в магазине в придачу к веб-камере, и в разобранную гарнитуру обычного телефона, и в профессиональные вокальные микрофоны за несколько тысяч долларов. Сейчас все это в прошлом. Наши большие эфиры похожи на полноценную ТВ-трансляцию, для которой оборудование подбирают технически специалисты. Дома их у меня нет, только если в гости не позову. Поэтому для меня самое главное – простота и удобство. Смотрите сами. Очень приятно просто подключить в звуковую плату всего два разъема, немного подстроить звук в настройках самой карты и сразу начинать работать. В комплекте удлинители для шнуров. Можно справиться с любыми расстояниями. Комплект, кстати, внушает доверие. Когда мы получили эти гарнитуры, сразу возникло ощущение премиум-продукта. Добротная коробка, куча дополнительных полезностей. Комплект гарнитуры HyperX Cloud, чехол для хранения, сменные амбушюры, переходник для комбинированного аудиоразъема, два удлинителя, съемный микрофон, переходник с трехконтактного кабеля с микрофоном на два разъема мини-джек. Первый раз, когда комментировал в этой гарнитуре, я получил массу удовольствия, несмотря на скептические ожидания по поводу звучания микрофона. Все хорошо. Сама конструкция легкая. Насколько я знаю, на алюминиевом каркасе. Все материалы, из которых изготовлена гарнитура, приятны на ощупь, начиная от качественного пластика, заканчивая сменными велюровыми ушами. По поводу игры все выше всяческих похвал. В CS одна из важнейших составляющих геймплея – это услышать соперника. Понять, с какой стороны он от тебя расположен, услышать щелканье прицела. Звук подходящий, ничего не пропустишь. Кстати, после долгих игр не устаешь. Гарнитура легкая, не тянет к земле, да и размер самого наушника очень удобный. Гарнитуры выполнены в двух цветах. Черный и белый. Мне больше нравится черный цвет. Возможно, девушки-геймеры оценят белый. Хотя у меня есть одна догадка. Компания HyperX поддерживает около 20 киберспортивных команд по всему миру. Геймеры могут выбирать себе гарнитуры, к примеру, исходя из цвета формы. HyperX является постоянным партнером многих организаций. Среди них такие громкие имена, как Evil Geniuses, Cloud9, Natus Vincere, Alliance, LGD Gaming и другие. В итоге хочу сказать, приятно знать, что есть производители, которые ориентируются на геймеров, учитывают их пожелания и разрабатывают уникальные продукты, одним из которых является гарнитура HyperX Cloud. Рекомендую.